Покажите им, ребята! Контр-адмирал бежит. Через теплок видишь их? Да, вон туда. Товарищи пилоты, смыкаемся, да, товарищи контр-адмирала. Еще чуть-чуть назад. Товарищи Батитика, да, контр-адмирала, смыкаемся. Назад двигать. И Громбик вот туда же. Назад, 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 контр-адмирала, до упора. Назад. Товарищи пилоты, можешь чуть-чуть? РБК. Всем пизда будет. Сейчас врывается, говорит. Да все. Не-не-не-не-не. Все, 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 всем пизда. Я все отвечаю. Тут Габелло. Даже Декс зашел. Да ты понимаешь, Декс. Тут Громбик находится. И... Кого больше? Эстэ! Ошалеть. И сейчас тупо взрывают весь состав. Сейчас прикинь, такая бомба! Бах! И все красиво смог, чат. Это знаешь, сейчас выходит команду в босс, кидает из гранатомета одну гранату, и все так разлетаются. Смачно. Ну, немножечко. Оу! Мандалорец, советник и Алекс. Страшно! Коди, хуйню не пиши! Да пути туда! Итак, здравия желаю. Тихо! Тихо! Всем вам необходимо будет по очереди подойти к нему и проконсультироваться, после чего отправиться выполнять его. Вопросы какие-то у кого-то имеются? Никак нет. Кто сказал так точно, задавай. Я сзади стою. Один вопрос. Там же вроде металлоискатель надо брать, как я понимаю. А то я по... Поговорил уже с данным товарищем. И? Металлоискатели нельзя получить. С чего вы взяли? Не знаю, где мне сержант не давал. Разберемся. Если вопросов более не имеется, можете приступать.
Я походу все вокруг. Если вы не знаете, что делать, можете отойти в сторону. Панон РП, вы можете заскринить текст и отправить себе. Все. Мы терпеливо ждем, когда вы все это все закончите. У тебя проблемы с личным коммуникатором, боец. Ну пиздец, я очень громко разговаривать, я не могу нахуй. У тебя товарищ очень... лейтенант командир. Активный бой, что это? Сука, стопит для максимально. Сейчас напишу. Я сломался. Ты типа подходишь к нему, нажимаешь, а он тебе ничего не дает. Так везде же может быть, ну ебаный рот, блядь. Я пошел искать, все. Сходи. Дайте прийти. Может, мы можем выйти везде. Мы сначала. Где взять? Давай, это в левой комнате от тебя. Там вот и багажник стоит. Грузись! Это так работает, что ли? Нет, ничего не дается. Я. Давай, стартуй! Тоже взял. Стартует! Oh,
Расступитесь, с другими мешайте. Да, только мы так я не понимаю, бункер где? А, слышал, мне все равно типа говорит, здравия желаю, боец, у тебя нет ко мне ничего, Серёга. Смотри, смотри, это такая загадка, короче, мы уже добрались до ТО, и там в ТО есть пилот-сержант, к которому надо подойти и написать то, что я скидывал. Япона, мама. Сань, подсади. Я сам не знаю, я к нему еще не заходил. Че, пойдешь? Да, надо в ТО идти. Ну, погнали. Хотя, погоди. Можно пройти, пожалуйста? Товарищ капрал. А вы нашли им чрево? Что надо делать? Нет, самое первое. А где командирка? Потом... Кому надо... Ты подходишь к этому сержанту пилотов, NPC такой, на него нажимаешь. Все. Ты... Ну ты получил, считай. А где Камли? Вот уже подошел к этому командиру, написал ему «Здравия желаю, нужна ваша помощь, что теперь надо делать?» Yes! О, вот он где. Ну и чё, он просто просит не откликать его, и чё? Чел хорош. Кого? Чё? Кого? Кертис, ты тут? Сообщение зашифровано. Ой, беги это! Где латы находятся, то есть? Там слева будет... Техотсек? Да, техотсек, беги. Там слева будет этот... Капитан-пилот, и ты должен привязать. Что за пещера? Открыт барьер? Да, так да, если ты пишешь, что всё нормально. Просто фразу можно, да. А, вы хотите, блядь, понимаете, прикол, он случайно вообще сделал. Попал, да, блядь. Случайно. Вот это он в натуре лакер. Да это случайно, короче, у нас щелик вписал вот эту фразу, короче, сапсержант, и вон выиграл. Он за тобой побежал. А ему, он написал, что ему ничего не дали еще. Все, победитель уже есть. Да, есть. Надо классно. Было вот это написать. А в техотсек вообще можно заходить, всё, да? Короче, как я понял, прикол в том, если ты хотя бы одну вещь не находишь, да, типа, там, да, например, да, дневник, да, да, типа. Да, то все, то ты нихера не сделаешь. А я да, нормально, да, хотя да, я все сделал, но у меня, понимаешь, у меня дневника не было на этом, надо на карьере. Угу. Там слева будет командир. Только по скрипту надо было это сделать, пиздец. Я одно не сделал, у меня все пошло. Не, все равно, типа... Такая же фигня. Ну... Там же должно быть какое-то сообщение, что я подобрал. Не, ну скорее... Когда не, это... именно да, слово главное, но ты Дёртис. Нормально его не дойдешь, если ты хочешь по сюжету идти, то там один маленький косяк и все, ты нихера не сделаешь. А до каких, по-моему, можно будет за базы бегать? Если... А я вот, я, короче, не нашел... А вот этот iPad, либо, ну, короче, планшетик вот этот, и все, и пиздец. Баннер родная. Я тут все. Так, ну, не очень, блядь, я не понимаю. Что еще можно будет бегать за базой, раз уже закончился ивент? Что? Что не ты знаю. Там вообще сказал? Я не ну, мне все равно интересно. Что надо делать после капитана? Подождите, у вас тоже всех вылетело или как? Нет. Что надо делать после капитана? Пещеру, блядь, ищи, ну ты думаешь, я знаю? Ищу пещеру. Откуда мне нахуй знать? И все, кто были за базой, охуеть. Офигеть. Я думаю, я что... Ну, кроме младших лейтенантов, вы же. Пещеры тут тем, нету вообще. Какая нахуй должна быть пещера, блядь?
Да, стало арканом. Я ВЗН, я ничего не знаю. Двигаться даже не могу. Кстати, а что будет, если по мне стрельнуть? Пройдет ли урон или нет? Я вообще убиванки дам, это по итогу. А если я, блядь, перезайду, все у меня пропадет нахуй или как? Какое слово по итогу-то? На не, блядь, я уже все. Кент уже нашел спокойно. Я взял у капитана. Ладно, иду к башке. Подождешь меня, пожалуйста. 15 минут осталось, не знаю. Е5. Это ЦГ, да? Е5 это ЦГ. Вылазил странный ящик, который не представилось возможности. На ящике были обнаружены старинные нужные империи. Ящик был. Это игрушка доктор? Или кто там? Дэдшот! Где ты здесь? Вот, беру бошку. Дэдшот, ты знаешь, где находится ящик? Ему надо там отправить какое-то сообщение написать. Отправляешь капитану РК. Ой, ИПК, то есть. Все, подожди, блядь, котик, блядь. Так, аудиодневник. Скопировал то сообщение от головы, от башки. Да, тебе надо его скопировать и вставить. Так, похоже, что среди тонн мусора я смог отыскать что-то полезное. Вот теперь... Вот, да. Вот только убери зашифрованное сообщение и вставь ему вот это вот ФЖИПЕ. И там отправить кнопку нажми. Отправил? Так, короче, под воду и что-то искать. Все, это, вот тебе написало, так похоже, что среди тонн мусора, да? Те, кто может, тот бегает. Давайте. Я со специалистом бегаю, ничего не знаю. Я же могу со специалистом? А то бы этот, у Адисба бы много осужденных появилось бы. Пошли. Ченька, ты идешь за мной, да? Вот сюда, ты че. А потом куда надо после вот этой палатки? Вот. Напугал. Тебе фартануло. А куда надо, после этого идти? Кстати, под сопровождением. Скоро будет рестарт, бессмысленно, все. Я со специалистом. Хватит. Типа... Идем на Е5. Веди на Е5. Где остатки дроида? Я не понимаю. Так точно. Подождите, вам по инвенту? Да. А что вам надо сделать там? А у нас там карточка. Да, я ящик. Вот. Ну ладно, заходите, только если вам снизу я. Все, благодарим. Разрешите доложить? Ладно, может не так. Привет, Оби-Ван. Приветствую, боец, наша группа прибыла. А ну-ка, подожди, можешь скинуть в чат, что надо написать? Что-то можешь отправить еще раз? А нет, я туплю, не надо. И что? Ты где, печенька? А, надо было скрыть.